Прямо на свадьбе Татьяна Дэвис заразилась коронавирусом. В конце августа 2021 года скандально известный шоумен Прохор Шаляпин женился в Лас-Вегасе на 42-летней канадской миллиардерше Татьяне Дэвис. Роскошная свадьба прошла в Лас-Вегасе, однако оказалось, что на мероприятии один из гостей заразил бизнесвумен коронавирусом. Сначала Татьяна пыталась лечиться дома, но в итоге ей понадобилась помощь врачей. Прибывшие на место медики решили срочно госпитализировать женщину. Также в больницу попали родители Татьяны. Отец миллиардерши дышит только с помощью кислородной маски. Состояние матери оценивается как средней тяжести. Саму Татьяну, согласно последней информации, ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ, пишет «Экспресс-газета». Другие подробности относительно состояния здоровья Татьяны Дэвис не поступали. Сам Прохор Шаляпин не комментирует ситуацию. Ранее Топ Ньюс писал о том, что Прохор Шаляпин тайно женился. Избранницей шоумена стала миллиардерша из Канады.